Всегда хорошо иметь в запасе несколько простых и коротких игр на случай, если к вам в дом придут гости с детьми. Это поможет занять малышей и предотвратить, чтобы ваша квартира перевернулась вверх тормашками. Для начала покажите детям любой предмет – книжку, открытку или пакетик сока. У нас будет вот такой кубик. И попросите назвать их все цвета, которые они видят. Попробуем? По очереди. Сань, какие цвета здесь видишь? Зеленый, желтый, красный, и голубой, красный. Зеленый. Ствол. Оранжевый. Встаньте за спинами детей, чтобы они вас не видели. И задайте им вопросы о цвете и покрое вашей одежде, о количестве пуговиц, украшений, о том, что одето сверху, снизу, и проверьте их память и внимание. Так, Саша, первый вопрос тебе. Что у меня одето сверху? Кофта. Кофта. Саша, какого она цвета? Белого. Белого, совершенно верно. Сева, а есть у меня на кофте какие-то рисунки? Сердечки. Сердечки у меня нарисованы. Ну, почти. Попросите детей назвать разные фрукты и овощи, а сами соедините руки полукругом, изображая корзину. Итак, начинаем. Сань, бросай фрукт или овощ в мою корзину. Апельсин. Поймала. Виноград. Виноград. Поймали. Персик. А через минуту поблагодарите всех детей, сообщив, что корзина уже наполнилась. Теперь можно рисовать в воздухе различные геометрические фигуры, а дети могут угадывать. Начинаем? Смотрим внимательно, что я рисую. Смотри, Сань. Раз, два, три. Квадрат. Отлично, Сань. Теперь ты смотри. И раз, два. Что? Треугольник. Предложите детям топать, когда вы говорите «бум», и хлопать в ладоши, когда говорите «шмяк». Постепенно ускоряйте темп и произносите эти слова в произвольном порядке. Попробуем? Шмяк. Шмяк. Бум. Шмяк. Бум. Шмяк. 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 Изобразите пантомимой какое-нибудь действие, например, приготовление пищи или одевание и чистку зубов. И пусть дети угадывают, а потом пусть маленькие гости показывают, а отгадывать будете вы. Начинаем? Смотрим на меня, что я показываю? Крашусь. Вытяните ладошку вперед и попросите малышей положить на нее указательные пальцы. Так, кладем пальчики. А теперь приговариваем. Нет-нет-нет, пусть лежат. По полям скакали зайцы и кричали. Пришли!